Полиция провела рейдовые мероприятия в советском районе Владивостока. В результате рейда в одном из заведений общепита на улице Дунаевского в поселке Трудовое сотрудники полиции обнаружили 7 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации. Правонарушителей задержали и доставили в отдел полиции номер 6 Управления МВД России по городу Владивостоку, где в отношении всех 7 иностранцев, нарушивших режим пребывания на территории Российской Федерации, составили протоколы об административных правонарушениях. Одного из нарушителей, 39-летнего мигранта, составлен административный протокол за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Советский районный суд постановил назначить наказание 4 нарушителям в виде штрафа в размере 3000 рублей с административным принудительным выдворением за пределы Российской Федерации с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан по Приморскому краю. Троим иностранным гражданам назначен административный штраф 3000 рублей с выдворением за пределы страны путем самостоятельного выезда. Основные усилия участников профилактических рейдов направлены на стабилизацию миграционной ситуации на территории города Владивостока. Полицейские проверяют места пребывания иностранных граждан на предмет соблюдения требований миграционного законодательства Российской Федерации. Сотрудники полиции посещают заведения общепита, остановки общественного транспорта, рынки и места массового пребывания граждан.